много к тому предпосылок. Соперник Милан. Тут пишут про то, что Ювентус за Скудетто борется, а Милан за то, что... Милану трудно, конечно, с такой обороной. Зато Хонда. Хонда, который в первых турах забивал постоянно, стал даже в какой-то момент лучшим бомбардиром, а потом целых 9. Едва не помешали друг другу Сиен и Диего Лопес. Захлебнулся в своем беге. Но Хонда в октябре. И был еще один месяц у Поля Погба. Вот атака Милана. У Хонды не получился пас. Ну, судя по всему, угловой все-таки удалось. Закардо. А вот сейчас неплохо. Хонда в штрафной. Уходит Черчи во фланг. Пасует японцу. Это, конечно, лишний какой-то был иероглиф. Потеря у Ювентуса. Теперь как-то безропотно отступил. И готов к атакам Милана. Хонда. Вот сейчас оригинально получилось. Монтари. Довольно спокойно Милан, смотрите, без сверхэкспрессии аутсайдера. В этом смысле не надо. Забивает он не потому, что примеряет на себя девятку, а... Хонда. Снова Антонелли. Слишком смело. Но в итоге... Марата. И, по-моему, в офсайде Тевес. Нет! Догонит его Палетто, не догоняет. Тевес 1-1 и гол! Ювентус выходит вперед. Карлос Тевес. Ну, странный был эпизод. По-моему, всем игрокам Милана показалось, что... Ну, это офсайд, друзья мои. Конечно, надо еще взглянуть сбоку тайма. Игра похожа скорее на предсказанную, чем на ожидаемую теми, кто все время лелеет какие-то неожиданности в футболе, интриги. Тут кое-чего от Милана ждали. И потому что новые игроки появляются свежие, и потому что Хонда вернулся, и потому что Менес раззабивался. Ну вот Хонда с мячом. Пока все очень медленно. Не только в этом эпизоде, вообще. Хонда рядышком. Поле пяточкой сбрасывал, а теперь переводит через штрафную. Но дело даже не в том, что Милан сейчас мало в завершающей фазе придумывает. Хонда. Вот это хорошая передача. Зачем-то Поле остановил мяч, который летел к Черчи. И теперь застрял, как в болоте там в обороне. Юве. Это они здорово отыграли эпизод. Вот угловой как сигнал. Еще один. Подача, удар, гол! Это Лука Антонелли, тот самый человек, который, играя на фланге обороны, может и головой забить. Он высок. И мы с вами об этом говорили. Нужны... Забил Антонелли. 1-1, 28-я минута. Управлять этим офсайдом. Ну и судья был в правильной, понятной позиции для разбора. Диего Лопес на радостях. Идет вперед, выбивает мяч кулаком и тут же получает его в свои ворота. 2-1. Леонардо Бонуччи. Уколоть и сразу летят клочки по закоулочкам. Здесь ни о каком офсайде вообще речи быть не может, потому что рядом вставлял локоть в момент, когда вылетел на этот мяч вратарь. Если в этом претензия, ну, может быть, но это как раз мелочь. Диего. Есть проблемы с одеялом, без которого никак осталось свистков по этому поводу. Но там было много этой игры у бортов. И была знаменитая такая комментаторская фраза. Один прижима.
Диего Лопес. Да, подбил после корнера. Хонда. Легко ушел от Пирла, вошел в штрафную. А Черчи в офсайде. Черчи в офсайде. Значит. Хонда. Красиво. Но без продвижения вперед. Поле Хонда. Сьян, Андреа Поли вновь. Анелли. Черчи. Нет, на седьмой все-таки. Я немного поторопился. Но до зоны Лиги Чемпионов, да, 3 очка. Таруна. 2 минуты добавил арбитр. Затем другой защитник Милана, крайне редко играющий в этом сезоне, Лука Антонелли, забил с углового. Вообще в этом ресурс Милана, потому что... Смотрим за угловым. На этот раз далековато летит мяч, но все-таки Дзакардо бьет. Еще один крайний защитник. Хонда возвращает на фланг. Черчи. Подача. Алекс. Нет. Правая рука Филиппа Инзаги. Что-то объясняет молодому тренеру. Ведь Инзаги успел еще, по-моему, поиграть, когда Тассотти уже стал тренером. Это любопытно. Монтари. Фонда. Вы не смотрите, что... Да, ну прям какая-то выдвижная нога. Как дотянулся Пол Погба. Маркизио. Зазевался. Хороший перехват. Передача в штрафную. Опасно. Удар поворотом. Буффон спасает. По цели. Упускает вернейший шанс. И вот, пожалуйста, чуть-чуть. Несколько капель благодушия и едет гол. Палетта. Может быть, опасно. На него несколько человек бросились, а в другой-то зоне. Могло быть и преимущество у Милана. Мяч в створ полетел. В руку мяч попадает игроку Милана. Никто на это внимание не обратил, кроме 41 тысячи ворот. Хонда укроет, укроет мяч корпусом. Так. Вопросы. Напомню, не играет сегодня за дисквалификацию Лихштайнер. Подача в штрафную. Марата выбивает на Тевеса. И понеслись, видаль, Тевес. Чуть-чуть не повезло. Тевес, наверное, правильно тормозил и убирал от ближнего первого соперника. А дальше нужно было на свободное место давать. И могли Марата с... Но видали ему бежать. Перехват Черчи. Хонда догонит мяч. Правда, в меньшинстве. Явно Милан в нападении. Черчи и Пацини. А может и хватить их двоих-то. Вот Пацини разворачивается. Дзакардо. Черчи. Хонда. Все, на этот раз он не подпустил Видаля. И все правильно. Я согласен с арбитром. Сначала Видаль. Вот Кагдавич, он пытался выковырить мяч из-под ноги Хонды, но тот закрыл и уже... Ну, поле такую срединную позицию занимал между опорными и передней линией. Но атакующего футбола Юве мы практически не видим. Ах, Погба как красиво разобрался на пустом месте буквально. И удар дальний. Эх, какое ударище. 3-1. 3-1. Альваро Мората. Ну что, Маркизио пробил вновь. И на этот сайда не успевает выйти Алекс. А Мората жестом и словом показывал. Давайте уж и пойдем вперед. Уже абсолютно нечего бояться.
Начал движение. Если шанс для быстрого выпада появляется, то больше в половине случаев возникает момент голевой. Черчи, удар по воротам. Закарда. Под Сини. Назад чуть-чуть. Милан что-то похожее пытается показать. Асиен. Здорово пробил-то. И продолжается атака. Нету офсайда у Хонды. Диагонально под Сини. Но здесь Андреа Пирло. Еще одна попытка забить. И вот, наконец, Килини, Видаль. Это слишком витиевато. Ну, едва Погба не исправился. Милан тоже в касании быстро в центре играл. Пока Хонду не окружили, не задавили. Ну, подумал. Но и Черчи вот в этой схеме после выхода Бонавентуры ближе к центру играет. Не прошел. Пас Хонды в касание. Пирло. Как здорово он акцент переводит. Сменяет на правый фланг. Здесь не успел. Не знаю, кто там ошибся. Информатор или Инзаги. С заменой. Но вот перехват неожиданный у Милана. Под Сини. Удар по воротам. Ну, Алекс занял бы одно из последних мест. Оригинальный ход. Ну, Погба очень быстро. Было какую-то палку в колесо поставить, Ювентус. И вроде бы вот это... Активность... Небольшими всплесками в первом тайме. В счете 1-3 это еще не то время, когда можно сдаваться. Хонда. Выиграть может либо Ювентус, либо Ювентус. А имеет ли значение счет? Ну, пожалуй, уже нет. Да-да-да, я вот тоже подумал, сразу полез в статистику, мелькнула мысль. Действительно, Тевис пропускает следующий матч. Одного тренера заменили на другого. Инзаги банален, по-моему. Хонда ничего не сумел толком сделать сегодня. По катящемуся мячу на... Почти безупречная победа Ювентуса. Нельзя болельщиков не поздравить. А Филиппо Инзаги близок к выходу со стадиона. Спасибо, друзья.